Очередная зарисовка. Вот он, питомник. Вернее, это то, что было выкопано из питомника Сергеем Валерьевичем Железовым. Вот они такие яблоньки. Они мне где-то по грудь в горшках. В горшках, в горшочках. Вот, если к ним приглядываться, у них вот такие вот пятнышки, видите, белое пятнышко. Она смотрит на юг. Вот, и эта метка, ее нельзя закапывать. Иначе получается, что штамбик, часть его покажется под землей, начинает гнить. Об этом почему-то никто не догадывается. Из сотен питомников ни один, производя миллионы саженцев, ни одно пятнышко не делает. Ну, это так, к слову. Вот. Это к слову. Ну вот еще пример. Ладно. Смотрим теперь на сливы. Вот они вот такие выросли. Вот. Кстати, попадается и слива непривитая. Видите, написано китайка. Значит, кто-то решил, что скромный сорт. А, кстати, объясняю, вот это все. Богатство едет на газели завтра утром в Красноярск. На 400-500 километров севернее. Вот, причем пока, слава богу, красноярцы за эти годы рекламации нам не предъявляли. Вот, такие вот абрикосы, и как я вам уже показывал, они вырастают такие за один сезон. Они сразу дают скелет, они все многие. Вот, или это скромный скелет, но это еще от сорта зависит. Вот, или это скромный скелет, вот, распушил ветки. Или это мощный скелет, посмотрите сюда. Видите, тут они снюхались, соседи, вот они, смотрите. Все это сразу, и сразу покрывается цветочными почками. То есть, он 100%, если бы его не выкапывали, весной бы зацвел. Как он поведет себя в Красноярске? Ну, посмотрим. Так. И вот мы идем уже по этому искусственному пока саду. Впереди переезд. Вот видите, что творится. Ну, вот это уже двухлетки. Первый год вот здесь была сделана сильнейшая обрезка, видите? Вот. И вот это вот уже, вы думаете, подумать, что это третий год. Вот это все наросло еще за один год. Вот этот, в соответствии с горшками, конечно, никакого. То есть, уже явно, что... Кстати, горшок так и не смог сдержать рост. Почему? Потому что питание шло еще за счет дырок в днище. Но, тем не менее, вот здесь будет сделана сильнейшая обрезка. Я уже ее не застану, когда будут резать, перед тем, как погружать газель. Теперь, значит, полюбовались мы. Это... Все пойдет в газель. Вот это все чудо. Это все высшее качество. Это прививки на сверхморозостойкие подвои. Я вижу, что только один кто-то заказал китайку непривитую. Вот. Ну тут еще кустарники. Я ими никогда не интересовался. Не царское это дело. Вот. Кстати, вот сейчас мы ходим еще по будущему. Это школка. Вот здесь абрикосы были посажены косточками осенью. Как видите, зашло не так много. У нас бесснежная зима, это сильно влияет. Кстати, вот еще часть, только сейчас обратил внимание. А вот они, груши, тоже в этих самых горшках. Вот они, вот они. Вот они, груши. Вот еще